VIP-вечеринка в Киеве. В честь Дня защиты животных столичные чиновники организовали небольшой праздник для собак. Только для домашних питомцев. Бездомные собаки наблюдали издалека. Почему? Знает Оксана Муллер. Они собрались в День защиты животных, чтобы показать, как нужно любить своих питомцев. Арбат, дай лапу. Дай лапу. Молодец, пес. Как приятно дружить с собакой. Арбат – участник показательных выступлений с опытом. В коллективе таких же, как и он, немецких овчарок демонстрирует, какой он послушный. Хозяин доволен. Молодец, да? Да, хороший, да? Да, да, да. Терьер Буба сегодня дебютирует на полосе препятствий. Но придерживаться правил не желает. Ему нравятся только импровизированные норы. Мы больше для себя это делаем. Для того, чтобы у него было хорошее настроение. Чем больше собака бегает, тем ей лучше. А еще они охраняют хозяйские вещи, спасают детей и находят потерянные мобильные телефоны. Деньги на собачьи мероприятия выделили городские чиновники. Таким образом влияют на детей, чтобы в будущем они не выбрасывали животных на улицу. Хотя ребята оказались более ответственными.